Counter-Strike Source. Это та самая КС-ка, которую я, к сожалению, обошел стороной. В школьное время я играл в CS 1.6. Меня еще называли в этот момент королем 4.4. Кто не шарит, это нынешняя АУК или СГ-шка. Также я играл в CS GO, ну и сейчас я играю в CS 2. Но CS Source — это именно тот КС, который я, к сожалению, обошел стороной. Насколько я знаю, знаменитый Scream играл в CS Source и очень жестко там нагибал. И мне интересно, что же будет сейчас, когда я захожу в CS Source впервые. На плечах у меня 3600 элов CS GO и в данный момент 2600 элов CS 2. И мне очень интересно, как же я покажу себя в этой игре, как в принципе я буду себя чувствовать, насколько будет ощутима разница в игре между CS Source и CS 2. И мне очень интересно, как эта игра будет выглядеть в 2024 году. Ну а перед просмотром, я прошу тебя, поставь обязательно лайк и напиши какой-нибудь дедуктивный комментарий. Ну а я желаю тебе приятного просмотра. Да, я тот самый тип, который не покупает CS Source. Прямо сейчас CS-ка устанавливается на мой компьютер, дождемся этого и начнем катать в эту шикарную игру. С одной стороны, плагины — это фишка CS 1.6 и CS Source, но с другой, мне кажется, они жестко мешают, потому что всякие школьники, админы устанавливают на свои сервера просто дикие плагины, что ты целый час можешь заходить на этот сервер. Если что, пацаны, это реально мой первый запуск в CS Source. Мне самому очень интересно, как же я себя проявлю в этой игре. Так, Сенса вроде бы... Мальчик мой, позвони, как у тебя дела? А чё за девочка на сервере бегает, на строителе? Чё это такое? Посмотрите на этот скин. Так я в шоке. Пацаны, я впервые в CS Store зашел. Чё за фигня здесь происходит? А чё в глушите? Чего, в ролике? Ты меня узнал, что ли? Ни хрена себе. Чё за... Что это так? Чё это такое? А чё, как тут стрелять вообще? Не-не, дедукции здесь походу не будет. Не, ну тут-то, конечно, не... Тут как вообще стрелять, я не понимаю. Вот именно, как тут нагибать, типа? О! Этого читера убили. Что это? Где? Какого хуя подлетел? О! Красивейший вантап, вы видели? А чё за фигня была? Я твой шмот подобрал, короче, твой калаш, и я взорвался. У меня 5 хп осталось. А, это... Да, это ловушка. Убегаем. Чё за зум? Почему зум не такой резкий? Чё за... А чё тип невидимый? Капец. А почему так все так работает? Смотрите, зум с input лагом. Как фаззумить? Че орет? Я не понимаю, просто хаос творится. На серверах творится лютый хаос. Первый хайлайт. Пошел. Минус 2. Минус 3. Все, мы победили. Минус 3. Легчайшие киллы. Легчайшие, пацаны. Хайлайт с возрождением. Я, кстати, тебя убил 2 раза. Что за фигня? Мне дали 2 килла за это? Я понял, почему эта позиция называется пальм. Удивлялся. Я когда, короче, пришел в CS GO, здесь будет, стоял просто столб и 2 бочки, по-моему. Но ее называли пальмой. Теперь я понимаю, почему. CS Fail – это сайт, на котором есть огромное количество игровых режимов, но все перечислять не буду. Но самые известные из них – это Crash, Колесо, Джекпот и Дабл. Но еще множество различных игровых режимов, например, новый – это Морской бой. И это реально прикольный игровой режим. Пополнить баланс можно всеми доступными способами. Просто выбирай все, что твоей душе угодно. Ну а данный промокод даст тебе неплохой бонус к пополнению баланса. Также в закрепленном комментарии будет личный подгон от меня. Просто вводишь этот промокод в бонусы и дополнительно получаешь 25 халявных центов к себе на баланс. На сайте огромное количество различных ивентов, турниры, карточки и многое другое. Халявы действительно очень много. Например, во вкладке «Бонусы» ты можешь получать различные бонусы каждый день, просто выполнив самые простые задания. И если ты сегодня выиграл скины, ты можешь сразу же их просто забрать. Кстати, скины можно вывести не только из CS. Также ты можешь забрать скины с Раста и с Доты 2. Ну а ссылку и все промокоды на халяву я оставлю снизу. Желаю тебе удачи, брат.
Два года где-то. Смотрите, как он летает просто. А, как я понял. Слышишь? Вот тебе и преимущество. А тип на бэкопе просто передвигается. Вот это я вышел. Шот. Короче, я... первый вышел, бля. Короче, я помню, что... Короче, стрелять вантапами в такой версии КС... Я не могу ничего сказать. Они просто орут без остановки. Хэдшот. Красиво, красиво, да? Ну как красиво? Нормально, в общем. Пойдет, пойдет. Учитывая, что я не привык к физике, и они все летают как бешеные. И это вообще не дефолтная физика, какая может быть. Типа, я вроде бы неплохо аимлю. На ланку, мне кажется, плотная такая суета, и поэтому я выйду и дам вам там. Так, я научился зажимать. Ой, на гусени. Почему ты входишь в меня, очкарик? Бля. Friendly Fire. Но реально, зачем ты входишь в меня? Да, блядь. Из-за того, что он, короче, пошел в мою модельку, мой урон не прошел сейчас. Ну, наверное. Ебать, как тут дым работает? Смотрите. Я все вижу, я ничего не вижу. Я все вижу, я ничего не... Что за дым? Бля, ебать, я летаю. А Шик, он давно всегда играет? Он не играет вообще. Два... Значит, он бот, да? У меня 20 хп. Десятка фейсит. А, блядь. Тихо. Блин. Как? Как вы так стреляете? Я не понимаю. Вообще непонятный спрей. Я пытался спреить как в CSGO. Ну, как в CSGO, в CS2. Но что-то вообще спреится не очень. Вантап. Короче, я считаю счет 24-14. Это достойный счет. Учитывая, что здесь бегают типы с донатами. Какой-то вертолет стоит. Вообще не в тему. Зря на зря жрает FPS просто. И я считаю, это реально. Это точно достойный результат. Я... По баба-скину очень сложно попасть, ребята, потому что у нее моделька тоньше, а хитбокс такой же, как у других. Именно поэтому ты себя просто... Вот смотрите, моделька реально тоньше, чем у хитбокс вот этих типов. Точнее, моделька тоньше, чем у этих типов, но хитбокс такой же, и из-за этого это реально преимущество, как минимум визуально. Самый веселый паблик мутный. На сервере один человек, не считая меня. По лестнице залазить можно? О, он играет, он играющий. Дигла вантап ему. Я не понял. Я дал ему хедшот. Теперь я занял место этого одного человека на сервере. Типа тут так это и работает, что ли? Я зашел прямо сейчас на сервер тюрьма Jailbreak. Посмотрите. Я вот обновляю. Это единственный сервер. Я на этом сервере прямо сейчас. И никого больше нету. Counter-Strike онлайн. Где онлайн? Онлайна просто нету. И как мне выбраться, кстати, отсюда? Судя по всему, у меня пожизненный срок. Что делать? А что здесь делать, пацаны? Я впервые на этом сервере. Моя задача убить его или что? А какое там именно разрушение? Порнул? Эй, меня сейчас убивать будут! Сейчас стоит Sky 16:9 и разрешение Full HD. Jailbreak сервера — это, по идее, фигня какая-то. Мне вообще не понравилось. Последний сервер, на котором я сегодня буду играть, прямо сейчас, это будет... АВП Лего. Все мы знаем этот сервер, но я хочу потестить, как же АВП здесь работает. Можно ли фликать так, как фликается в CSGO? Скажу честно, у меня есть ощущение, что АВП здесь просто беспонтовое. Я не знаю, оно... Как тут фазумить, когда ты нажимаешь ПКМ, и ты заходишь в зум не сразу, как только нажал ПКМ, а спустя некоторое время. Блядь, пять человек, сука, там нахуй, стоит слева, где мы все, блядь, сука. Мы стояли справа, братан. У него слева, конечно. Это слева. Это справа. Это слева. Это слева, блин. Это не справа, блин. Это справа? Бля, он не понимает, что для нас это справа? Справа, с другой стороны, это слева было. Пять человек слева стоял. Братан, для нас-то это право. Все, замолчал, наконец-то понял. Достаем дику как девочка. Все, ладно, я на покое. Доминейтинг, пацаны.
Не, ну неплохо, да? Неплохо, вроде бы раскидал, при том, что это не моя дисциплина. 813 урона, 4 килла, 3 хедшота, да? Ну-ка, если раунд с Дегласера, чисто как крысю. Первый допрыгался. Давай по новой, Миша, все хуйня. Чисто раунд с Дегла. Одна обойма, 2 килла. Все время Дигл доставать, это вообще нечестно. Первый допрыгался. Так, Дим какой-то нагибает всю мою команду. Димка, лежать. Что за фигня? Почему меня не засчитала патрон по нему? Кто-то пикнет. Ебать вас тут! Он резнулся! Он же просто резнулся! Ну, кстати, я красиво мансил, знаете. Говорю же, не моя дисциплина, но хоть что-то-то делаю. В общем, что же я могу сказать про Counter-Strike Source? Мне кажется, это просто худшая версия Counter-Strike. Да, прикольные модельки, немножечко что-то прикольное, такие анимации необычные, но мне все же кажется, что это самая худшая версия из всех CS, которые когда-либо были. Честно скажу, мне в CS 1.6 с худшей графикой понравилось играть больше, чем в этот CS Source. И заходить в CS 1.6 и в CS Source я, конечно же, больше не буду. Навряд ли я еще когда-либо зайду в это. Потому что сейчас у меня есть моя любимая CS 2. Ну а тебе спасибо большое за то, что смотрел ролик. Обязательно поставь лайк и подпишись на канал. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео.